Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова, и я рада приветствовать вас на своем канале. Ну и, конечно же, в этом сезоне я снова не могу пройти мимо моей красавицы Лаватеры. Каждый год я пою ей хвалебные оды, потому что это самый беспроблемный цветок, который сеется непосредственно прямо в грунт. В этом сезоне интересная у меня произошла с ней история. Я хотела иметь красные такие алые соцветия, но так как май месяц жаркий у нас, бесконечно идет посев сразу в открытый грунт, я по своей забывчивости посеяла в один вазон и Лаватеру, и Алисум. И так как Алисум всходит просто ковром, а Лаватера довольно имеет крупные всходы, у них началась дикая борьба за выживание, но я решила, что Алисум я оставлю, а Лаватеру я тогда посею уже в другое место. Отвела я вот здесь ей местечко рядом с ирисами, красную расцветку я не нашла, поэтому пришлось посеять мне вот такую вот розовую, но она ничем не хуже. И если вы, друзья мои, хотите иметь в своем саду вот такое красивое пятно, которое видно, оно бросается в глаза, при этом кустик не распадается, если не брать, например, размер, высоту метр, а вот взять 50 сантиметров, это будет отличный размер, который будет и держать себя, его не надо подвязывать. И это тот цветок, который вот вы раз посеете, не сможете от него отказаться. Но при этом он не требует никаких особых мероприятий по своему уходу. То есть посеяли и забыли. И дальше он будет вас радовать вот своей вот этой вот красотой. Так что, друзья, всем советую. До новых встреч и пока-пока.